О, виходит. О. Ура, товарищи. И какой он маленький. Так, сначала продуваем. Как она продувается, интересно. Ну, что можно сказать, как мы увидели, радиатор печки снимается очень легко, если есть опыт. Если вдруг нужно будет заменить ее, теперь легко можно снять и поставить новую. Поэтому здесь рисковать не очень много. Буду продувать разными средствами. Например, белизной, потом кока-колу залью, поставлю несколько часов. Потом буду промывать содой и уксусом. Потом проточной водой. Ну, если, допустим, белизна испортит в течение времени этот радиатор, нетрудно будет заменить ее. Поэтому я рискну обработать этот радиатор с белизной. Вот посмотрите, какие узкие трубки. Зачем немцы вообще сделали, так не знаю. И вот какая маленькая радиатор. Сначала я залью там белизну и оставлю на несколько часов. Потом вымою хорошо. Потом кока-кола тоже туда залью. Оставлю на часок. Потом вымою. Потом сода с разбавленной водой и уксусом. Эти средства очень хороши будут, по-моему, потому что внутри сода и уксус, реакция там создает давление. И если что, есть большая вероятность, что откроют вот эти трубки. Короче, приступаем за зелу. Залил туда обыкновенную белизну. Теоретически белизна вступает в реакцию с алюминием. И постепенно потом с большой вероятностью будет разъедаться его. И в конце концов в салоне случится потек. Чтобы этого не случилось, после обработки с белизной нужно туда заливать нейтрализатор, какой-то нейтрализатор. Ну, я не знаю, что за нейтрализатор это. Химики, наверное, знают. Но сейчас мне не страшно заливать без нейтрализатора эту белизну, потому что оказывается, что снять этот радиатор печки, если случится потек, и заменить не очень трудно. После белизни буду обрабатывать еще с кока-колой, а потом сода и уксусом. Вот уже третья сутка, как эта резинка лежит белизне. Сейчас посмотрим. По-моему, ничего не произошло. Но что будет через месяц, через год, это я точно не могу сказать. Еще с
существует такое мнение, что белизна входит в реакции с алюмином. Если у вас радиатор алюминиевый, есть шанс, что через некоторое время начнется течь из этого радиатора, если будем промывать с белизной. Но факт, что белизна применяется еще в стиральных машинах. В стиральных машинах есть резинки и алюминиевые детали тоже есть. Почему тогда применяют белизну в стиральных машинах? И почему так часто не портятся стиральные машины, я не понимаю. Запоминаем номер. Номер радиатора печки. Через полтора часа смотрим, что будет вытекаться отсюда. Итак, внимание, вот эта нижняя часть радиатора. Вот так она стоит там, в салоне. Вот гадость. Бля. Ёлки-барки. Вот, смотрим. Еще сколько там внутри гадости будет. Еще раз сполоснем с белизной. А потом залью кока-колу. Сколько мусора вышло после белизны. Сейчас заливаем кока-колу. Теперь использую соду обыкновенную и кислоту. Соду разбавляем водой. Ну, 3 такие ложки. А потом туда заливаем кислоту и посмотрим на эффект, какой эффект будет. Сначала посмотрим, какой эффект этот раствор дает. Тут и заливаем. Бутылке кислоту 70%. Вот.
А если встряхнем бутылку, внутри образуется газ, давление. Вот это именно им нам нужно. Делаем так несколько раз. Берегите глаза, ребята. Все-таки это кислота. Сколько мусора из радиатора вышло. Я еще повторю 2-3 раза эту процедуру. Потом хорошо промью радиатор и соберу все вместе. А потом посмотрим результат. Будет ли греть наша печка. Теперь натягиваем этот уплотнитель вокруг вот так. И ставлю на своем месте. Неплохо будет, если еще усиливаем вот так. И собираем в обратном порядке все.